Итак, всем привет, я встал. Сегодня мы начнем проходить Outlast. Не знаю, почему вот эти три буквы так размыты, я не представляю, почему. Я тут давно сижу в этой менюшке, вот я отошел аж до... лифта аж дошел. Я говорю честно, я сыкую сейчас проходить прям это сильно. Так, я идет, запись идет. Я сыкую проходить сейчас Outlast, так как... хорроры, ни одного хоррора ни разу я в своей жизни не играл, я решил начать с этого, и это будет сыкотно, чувствую, очень страшно. Игру, ну то есть я знаю первые где-то сколько, до того, как я упаду с балкона, все, что я знаю про игру до того, ну именно насчет того, как проходить, до какого момента я смотрел. Именно до этого, до того, когда я упадаю с балкона, когда нас скидывают, если я помню правильно. И то это давно было, капец как. Это и просто там иногда спойлеры насчет финала. Я такой, ну ладно, финал-то финал. А вот то, что было в середине, то, что смак, это кайф. Ну вот, и вот это дополнение, не знаю, буду я проходить или нет. Потому что я... смотрел его вроде полностью, а вроде я вообще ничего не помню оттуда. То есть, это было настолько давно, что... Да игра старенькая такая даже. Outlast 2 у меня тоже есть, но это уже потом. Это другая история. Мы сейчас и начнем проходить Outlast. Первый, извиняюсь за долгое вступление, но погнали. Нормальный уровень сложности, я не могу. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Наслаждайтесь, спасибо. Главный герой, репортер Майлз Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискует сунуться ни один репортер. Одно из таких мест – психиатрическая лечебница Маунт Мессив. Можно смело назвать адом и на земле. Его главная задача – докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с ужасами Маунт Массив невозможно. Так что остается только бежать, прятаться или погибнуть. Погибнуть. Нет, погибнуть там не... не обращай внимания, конечно. Кто не знает. Да. Ничего не происходит. Так, загрузка. Я не буду читать субтитры, потому что да. Так, чувствительность надо будет уменьшить. Собираюсь прогуляться. Похоже, сотрудники парка Апаро собрались распыляться. Вот что будет, когда я буду читать. Моя дикция страдает сильно. Что я запинаюсь из-за этого. У меня нету бензина, подожди. А, нет, у меня USB. У меня нет бензина. Вот. Нет, ну почти. Ну он есть, но его почти нет. Так, звуки. Нужно будет немножко убавить. Хотя вроде на нормальном уровне все держится. Интересно. Не такой... Хочу провести эксперимент. Могу ли я вот сейчас пройти вперед, дабы забраться по лесам? Забраться кое-где, а потом вернуться сюда. Окей. 17 сентября 2013 года. Тара-та-та-тра-та-та-та-та-та-та. Тема «Совет. Незаконная деятельность в психиатрических исследованиях Мерков». Мы... Так, здесь только одна страница, хорошо. Мы не знакомы, но ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать. Они могут следить. Я 2 недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрических исследованиях Мерков в Маунт Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я глубоко сейчас я грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится...
Ну, по-другому немного интонация здесь должна быть, я думаю. Ну ладно. Что-то ужасное, я не понимаю. Не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко, серьезно. Говорят, что они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Марков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Это был неприятный звук. Вот самое страшное, это когда у тебя закончатся батарейки в камере. Потому что я настроил. А настроив... Нет, две графики. Ты не трать-то зарядку, я уже увидел, что нам потратилось. Так, давайте сразу с чувствительностью разберемся. Так, он приехал, запомните... Чувствительность. Вроде норма, но потом еще добавим. Так, как приседать на Ctrl? А, надо задерживать Ctrl, это не особо удобно. Здравствуй, компухтахтер. Так вот, если бы можно было нажать на кнопку и не держать ее, было бы великолепно. Но, кажется, так не получится. Так, чтобы быстро открыть дверь, нажмите левую кнопку мыши. Чтобы открыть дверь, медленно удерживайте левую кнопку мыши. Вперед, хорошо. Чтобы поднять камеру. Окей. Кухо. Две батарейки. Одна там уже есть. Ух ты. Так, размытие движения я не добавлял. Подожди, вертикальная синхронизация. Я про нее совсем забыл. А ее здесь, кажется, нету, да? Нет, синхронизация есть, все хорошо. Кому-то должно быть светло здесь. Мне, например, очень... Так, левый shift удерживайте для бега. Хорошо. Я знаю, куда идти, я просто хочу открыть дверь. Может, она здесь открыта? Понятно. Я вас понял, короче. Окей. Ну, первое. Так, а как включить режим? А, я хорошо запомнил. Левый. Офигеть, ты ползешь. Поднимешь? А, то есть он ползет прям. О, здесь должно быть открыто. Ну, я так думаю. Конечно, здесь все будет закрыто. Даже без этого. Так, что у нас по кодировщикам? Вроде все хорошо. Память почему-то 60% загружена. Ну. Так, включите камеру, приблизите и удаляйте изображение. Ну, это понятно. Ладно, я запомню. Какой-то неглубокий бассейн. Вот, погнали. Как там? Ничего держать не надо. Так, хорошо. Фу-ху. Так, пробел у нас хорошо. У нас что, паркура будет много? Хотя, учитывая то, что мы сейчас залазим по... Что там? По лесам, ну это же по лесам, ну, такие леса, короче, строительные леса. Я знаю, что сжирает зарядку намного сильнее. Ну, ладно. Так, ну, ладно. Побежали дальше. Кого? Хорошо. О, сука.
Я не могу заглядывать за угол. Могу! О, да, на QE, когда ты идешь, нельзя так делать. Чтобы... Так, протиснуться, двигайтесь. Хорошо. Почему ты не можешь посмотреть в другую сторону? Это необычно, кстати. Необычно что-то брать на левую кнопку мыши. Ладно. А я могу закрыть? Кьют. Не надо так делать. А я могу медленно закрыть дверь? Нет, не могу. Или могу? Даже сейчас с этой стороны. Нет. Или да. Понял. Ничего-то я не могу сделать. Знаешь, после вот этой крови ты уже должен был сразу сваливать отсюда, дружище. Как там на G? Психиатрические исследования Мерков проекта Валеридер. Лечебница Маунт Мессив, дело номер 174. Так, короче, пропускаем. Состояние пациента. Пациент утверждает, что состояние самонаправления осознанных сновидений продолжается. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенетических двигателей. Что? Ладно. Продолжаем чертову страдания гормональной программы. Симптомы. Спирометрия не обнаруживает бронхиальные образования. Выделить... Так, слишком много замных слов. Выделить эритроциты на гематокрите снова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает аритмию быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересовался ситуацией относительно иска его матери против лечебницы и Мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью, хотя Билли утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера. На заметку, единственный Трагер, работающий на компанию, некий Ричард Трагер, ответствующее лицо в ним. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрическое распознавание. Психиатрические исследования Мерков проекта Валеридер, лечебница Маунт Мессив. Возьми телефон. Ну ладно. Так, мне темно. От слова ничего не вижу. Даже если я добавлю на максимум эту яркость. Я тоже паниковал. Ладно. Могу ли я вернуться просто свалить? Но я не хочу этого проверять, так как нам все равно теперь. Кто ест, приятного аппетита, как говорится. А интересно, нет, я не смогу вернуться, да? Паутинка. Ненавижу. Может, здесь я мог пропустить батарейку, подожди. Я уверен, что я пропустил где-то батарейку. Ну и ладно. Хотя это опасно без батарейки шастать вообще. Ну тут я знаю, тут будет прикол. Не залазай за мной. Я могу спуститься к нему? Не хочу проверить. Хотя нет, давайте. Хотя ладно, погнали дальше. По идее, он за нами тогда бы сразу пошел. Ладно. Так. Ну, я вижу, что здесь не открывается, и она... Подожди. Петли с этой стороны, она сюда должна открываться.
Я же правильно сейчас понимаю, да? А, нет, стоп, не-не-не-не. Нет, они в другую сторону должны. Хотя подожди, ладно. Нагнетает, а? Надо убавить ее. Я, конечно, сейчас неправильно делаю, но я хочу найти батарейки. They killed us. Они прибили нас, вычислили варианты. С ними нельзя бороться, прежде. С ними нельзя бороться. Ладно, я не... Ну, хоть я знаю, что до этого момента я все смотрел. Как же он быстро успокаивается? Я могу надергать эту ручку настолько сильно, настолько часто, чтобы он вышел. Ладно. Понял. Ой, ну вот этот самый момент. Вон там дверь открыта, а я тут... Little fake. Да, привет. Почему ты робот спустил? Минус позвоночник, минус все. And who are you then? А это еще кто? I see. Понимаю. Всевышний послал мне апостола, да направит тебя дань Божью, мой сын. У тебя есть признание. Какое признание, мать твою? Ты что, дурачок? Эй, мое, вот ты мою видеокамеру надеюсь оставил. Новая цель — выбраться из лечебницы, откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. И текущая цель отображается на букву там. Спасибо. Окей. Стоп, выруби, пожалуйста. Новые заметки. Корпорация... Надеюсь, здесь немного. О, спасибо. Корпорация Меркрофт, подразделение США, орден на арест, имущество, дело номер тра-та-та, относительно та-та-та-та, письма показания под присягой, да... Чё? Письменные показания под присягой, да, данные перед советом директора заслуживают доверия агентству безопасности Мерков. Вы чё? Катастрофическое нарушение в работе системы безопасности. Заражение окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленного действия в сторону АБМ и основания для выдачи данного ордена. Данный документ предписывает предоставить им АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованиям и полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники отказываетесь от любых исков и требований к корпорации Мерков и ее дочерней компании касательно действий АБМ и обстоятельств, в которых они были необходимы, невзирая на последствия. Я... Что это такое? Батарейка? Я буду вынюхивать эти батарейки. Хоть они и подсвечиваются, но я их буду вынюхивать просто. Так, сюда не пройти, хорошо. Сюда можно. Страшная дверь. Привет. Ты живой? Нет, уже.
Ну, половина батарейки. Это быстро тратится у тебя батарейка, дружище. А, ну да, ты же используешь обычные пальчиковые батарейки. Это, в принципе, логично тогда, я думаю. Целых 2 минуты записал, представляете? Ну ладно. Чё? А, ну ладно. Окей, батарейки. Мне нужны батарейки. Опять читать? Ну окей. Где? А, без... Слишком много. Так, а, симптомы мне до этого, да. А, состояние активное морфогеническое кондиционирование стабилизировать, приблизить до, на 200 пм переходом к более высоким стадиям гормонной программы небезопасен. Симптомы. Так, давайте такие обширные кожные... Короче, симптомы, вот это все мы читать не будем, ну нафиг. Обширное кожное высыпание соответствует типичным клеточной активности при неудавшемся морфогеническом кондиционировании. Он утверждает, что сдирание кожи со лба способствует способу видения, что наполняет юношеский опыт. Короче, это читать можно. А, то есть даже так. Привет. Ничего не вижу. Опасно. Он двигается. Так, это обычные люди вроде бы. Давайте по-другому, другой ракурс возьму сейчас. Да. О. Опасно. Что-то весьма и опасно выглядит. Карта доступа службы безопасности. И ни одной батарейки. Как неприятно. Че? Предметы? Угу. Как же неприятно. Ну теперь она будет пикать, да? Так, вы меня не пугайте, окей? Окей. Единственное нормально сейчас это и то, у вас слишком много шрамов на лице. Опасность. Так, ну ты мог здесь дверь открыть и пролезть, ну, пойди. Ой, ну, не пошли. Мне никакого кнопку не надо было нажать. Ну ты и дурачок. Я же ничего плохого не сделал. Меня сразу бить. Что это такое? Папа, я могу здесь пройти? Хотя бы тут, пожалуйста. Ну конечно. Конечно. Здесь много бродить мне не придется. А, подожди, что? Выберитесь из лечебницы, откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. А где она? Откуда мне знать, где диспетчерская служба безопасности в этом... Ой. В этом здании.
И что ли? Давай откроем. Нет. Я за собой кровь забираю. Чего? Достаточно, ну ладно. То есть я оставляю за собой следы крови. То есть меня-то по ним могут выследить. Ну там заколочено. Ну, пошли сюда тогда. Ну, вниз я точно не пойду, ну нахер. Я уже цветок не на. Я уже цветка пугаюсь. Ну, это не я выходил. То есть там должно быть пусто сейчас. Так что мне нужны батарейки. У меня всего их две. Три. Фу. Крылья. Ну, нахер. Смой. О, два. Кстати, два рулона удобно. Давайте похлопаем немножко. Мы недовольны, как говорится. Да. Очень приятно. Могу я это как бы запечатлеть? О! Так, что это был за звук? Мне не нравится это. Она открывается на меня. Хорошо. Ну вот она, да? Ну нахер. Закрой дверь. Закрой. Ты не можешь закрыть на щеколду? Здесь, по идее, должны быть непробиваемые стекла, но они... Скорее всего, ой, какие пробиваемые. Все, я понял. Чай, кофе. Как тебя здесь убили вообще? Здесь не... Ладно. Не, ну ты гений же сел сюда. А, ну это тот, да? Нет. Там кто-то был. Пожалуйста, только не эту дверь, пожалуйста, прошу тебя, не надо. Блин, он ближайший, откроешь же. О, не нормально. О, где ты был, поросёночек, голубушки? Пойди просто, возьми и уйди. У него еще какие-то цепи есть. Та-та-та. Насколько я помню, нам сюда. Ну, то есть нам вниз, и сейчас нужно будет включать эту. Перезаряжу-ка я. Ненароком. Здесь и так светло, зачем? Могу пролить? Так, а вот тут темно и нихера не видно. Ну, короче, я понял, что с какого-то момента я просто перестану читать. Было дозадействовано по... Чё?
гипнотические состояния при предыдущей ночи. Команда уснуть при указании пальца. Кто это читал? Мисс Джексон и мисс Пирс немедленно перешли в состояние глубокого гипноза без дополнительного внушения. Мисс Пирс было приказано, учитывая выражение ее ранее страха перед любыми видами огнестрельного оружия, разбудить мисс Джексон, находящуюся в состоянии глубокого гипнотического сна, пользуясь любыми возможными способами, а в случае неудачи взять находящийся рядом пистолет и выстрелить в нее. Ей было внушено, что она испытывает гнев такой силы, что не задумываясь застрелит мисс Джексон за то, что та не просыпается. Мисс Пирс неукоснительно выполняла данные команды, включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета. Мисс Джексон впала в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены и продемонстрировали полное отсутствие воспоминаний обо всей последовательности событий. При попытке снова вручить оружие мисс Пирс, та в бодрствующем состоянии отказалась подобрать его или принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествующие события действовали именно на место. Так, ну тут светло. Ух ты, не надо, я руку его испугался. Что мне нужно сделать? Мне нужно включить генератор, это понятно. Я не знаю, что это, комполовая комната. Здесь что-то есть. Ух, ёпта, он был слева. Ой, да ладно тебе. Серии, как раз у нас начнется самый экшен в следующей серии. Но мы зато знаем, как его отвлечь. Почему-то он пошел через левую сторону, я не понял почему. Ладненько, давайте на этом закончим. Итак. Фу, блин. Всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.